Ежегодно 5 октября более чем в 100 странах мира, и в России в том числе, отмечается День учителя. Это профессиональный праздник всех учителей, преподавателей и работников сферы образования. В преддверии праздника в Доме культуры на площади Пушкина прошло торжественное мероприятие, о котором рассказывает наш корреспондент Лидия Руфлятко. Учитель – одна из важнейших профессий на Земле. Своим трудом, самоотверженностью, постоянным творческим поиском преподаватели закладывают основы завтрашнего дня, помогают детям определить свое будущее призвание, выбрать жизненный путь. Наше образование – самое лучшее в мире образование. Ни один учитель в мире не вложит душу своего ученика, в отличие от вас, дорогие преподаватели, которые собрались сегодня в этом зале и передают всю любовь, которая у них есть, нашим детям. Земной вам за это поклон. Поздравляю вас всех с праздником. Желаю вам всем здоровья, успехов и, самое главное, мира. Чтобы ваши знания наши дети воплотили в жизнь. Много теплых слов прозвучало в этот день в адрес сотрудников сферы образования. Сегодня особые слова благодарности хочу сказать ветеранам, которые на протяжении многих лет трудились и трудятся на благо, которые являются примером для молодых учителей, которые заложили основу и традиции. Огромное вам спасибо. Я искренне поздравляю всех с этим замечательным праздником. Желаю всем здоровья, благополучия, талантливых и благодарных учеников. В преддверии праздника лучшие преподаватели и руководители школ, детских садов, учреждений дополнительного образования за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, большой вклад в совершенствование системы образования Московской области были отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами Министерства образования Московской области, Московской областной думы, губернатора Московской области, администрации городского округа. Украшением праздника стали выступления воспитанников школы искусств имени Якова Флиера, Центра детского творчества «Родник», детской юношеской спортивной школы.